Пятое окно. Мы видим, что многие вещи, особенно живые создания, обретают бытие сразу, почти моментально, очень быстро создаются. И хотя то, что появляется сразу и моментально, за короткий, скажем, промежуток времени, из некого простого материала, должно быть очень простым, бесформенным и грубым. Но, однако же, они создаются в красивом, искусственном виде, требующим большого мастерства, расписанными очень сложными узорами. То есть Всевышний Аллах не просто так создает, так, как какие-то непонятные такие кривые вещи, то есть такие безвкусные, нет. Такими узорами, такими прекрасными формами, сложными узорами, нуждающимися в больших затратах времени, украшенными удивительным творчеством, требующим многих инструментов, в форме, нуждающихся во многих, многих материях. То есть, например, как вот, если сравнить, да, допустим, Всевышний Аллах не дал, нельзя же нам давать сравнение. Если что-то делается в очень большом количестве, в большинстве случаев оно бывает не очень искусственно. То есть, там мы видим, то есть, не получается много делать и искусственно, да, как бы, потому что искусственные вещи бывают единичными, как бы, да, экземплярах, очень, если очень большое искусство. Если из простого материала, из дешевого материала, тоже как бы еще ценность должна уменьшиться. Если очень быстро это кто-то делает, тоже искусство должно уменьшаться, опять же, идет как бы, да. Если это он легко делает, тоже должно быть это как бы, да. И все более, более, более искусственность этих созданий должно уменьшаться. Но Всевышний Аллах показывает абсолютность своего могущества и знания, всех своих прекрасных качеств, все делает очень быстро, за короткий период. Смотришь, весна началась, сколько разных созданий, животных, растений создается, да, там, цветов, плодов и так далее. За короткое время, очень легко, перед нашими глазами, очень легко, в большом количестве, из самого простого материала, из земли, скажем, или животных, из воды там. Такие чудеса могущества. Возьмите одну муху, допустим, или одну пчелу, рассмотреть там, что только нету там у нее, и компьютер какой-то есть, и она еще живая, камера есть, еще все, еще обновляется постоянно. То есть вот такие вроде бы противоположные вещи, кто может в одном действии соединять? Обладатель абсолютного знания, абсолютного могущества. Так вот, каждый из этих моментальных и быстро появляющихся прекрасных обличий и необыкновенных искусств свидетельствует о необходимости существования их мудрого Творца и указывает на единственность его господства. То есть он понимает, что все это вместе, эти процессы происходят, друг в друге находясь. Один Создатель это все контролирует. А все вместе они в блестящем виде открывают разуму бесконечно могущественного, мудрого и необходимо сущего Создателя. То есть, кто может это все осуществлять? Тот обладает бесконечным знанием, бесконечным богатством, бесконечным могуществом, бесконечным искусством и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите на цветы, плоды, посмотрите на листики. Даже ни один узор листьев не повторяется, сколько их было и будет, да, допустим. Постоянное творчество. А теперь... Эй, рассеянный атеист, чем ты объяснишь это? Может, такой же, как ты, рассеянный, бессильной и невежественной природой? Или, может, ты желаешь, совершив большую ошибку, назвать природой того Пресвятого Творца? А затем под предлогом этого переименования приписать природе чудеса Его, то есть Творца Могущества, тем самым совершив обман, заключающий в себе сразу тысячекратные противоречия. То есть некоторые, допустим, в заблуждении, видимо, находящиеся люди говорят, что ну там вы говорите там Всевышний, мы говорим природа. Нет, такого не бывает, как это природа. Природа это, если имеет какую-то реальность, то это сотворенное прикрытие могущества. Например, если ты скажешь, ну, ты там, я говорю человек, а я, например, называю, ну ты человек, на тебя называю, например, ослом называют, скажем, да? Ему же не понравится. Потому что осла надо называть ослом, а человека надо называть человеком. То есть, поэтому Творца надо называть Творцом, а природу надо называть природой. Это сотворенное
прикрытие могущества. И теперь по таким обманам, да простит Аллах, Творца назвать природой, а потом еще этой неживой, неразумной природе приписать его чудесные творения, которые требуют наличия таких качеств, как сострадание, жизнь, во первую очередь, да, допустим, знание, могущество, искусственное сотворение. Это является обманом. Это обман, заключающий в себе сразу тысячекратные противоречия. Ну, у нас на канале целое это есть. Что такое природа, допустим, целый плейлист уроков. Что природа – это сотворенное прикрытие могущества, но не является действующим лицом. Какие-то свод законов, но опять же, не законодатель. Эти законы сами себя не придумали. И сами себя они не осуществляют. То есть есть могущество Творца, который их осуществляет. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين